вернуться хотим. Потому что родина там, мы там родились, мы там выросли, мы там жили. А тут все чужое. Не прошел, тот это не поймет. Это все оставить, кинуть там и приехать в неизвестность. Это все. Ну, кто это не прошел, тот не поймет. Брянская область, пункт временного размещения. Потому что уехали от обстрела. Потому что уже обстрелы через наши дома шли. Сосед с дочкой погиб. С работы позвонили, сказали, уезжайте. Ехали в никуда. Просто сели и поехали. Уехали в ночь, приехали утром. В машине передремнули и потом уже позвонили на 112. Брали только то, что самое необходимое. Документы и хотя бы хоть что-то один. Все гражданские сознают опасность. Раньше в чистом поле сражались. А теперь в населенных пунктах сражаются. И разрушаются не только дома, пол улицы, улицы. Знаем, что в некоторых селах уже по пол улицы нет их. Вообще ничего нет. И мосты рушат, и дома рушат. И страдают мирное население.